Красота владения телом, изящная пластика и высокое мастерство исполнения сложных номеров. От участниц первого всеукраинского турнира по художественной гимнастике «Бриз» не могли оторвать глаза не только сотни зрителей на трибунах спорткомплекса Международного гуманитарного университета, но и горожане, прогуливающиеся вдоль набережной на 8-й станции Большого фонтана. Девочки шикарные просто. Очень понравилось. Скажите, вы просто проходили мимо, так решили остановиться, посмотреть? Да. Любите гимнастику? Да. Я никогда не видела такого. О высоком классе участниц говорит умение правильно оценивать собственные выступления и работа над ошибками. Я считаю, что я выступила недостаточно для своего уровня, но я буду работать, стараться, усовершенствоваться. И я вам скажу так, страшно не было. Было страшно только перед своим тренером, потому что он единственный знает, как ты сделаешь. «Бриз» стал одним из самых масштабных событий по художественной гимнастике в Украине в этом году. Это говорит о том, что в Одессе происходит настоящий бум этого вида спорта. Сегодня у нас замечательный турнир. Он первый проводится вот всеукраинских. Для самых юных гимнасток у нас детки выступали от 2013 года рождения. И название турнира «Бриз», то есть это новая волна, новое дыхание, то есть это старт для самых-самых маленьких. Приехала со всей страны как бы 350 человек, а команд было 27. Я сегодня выступила хорошо, без потери, вчера тоже. И мой любимый предмет – булавы. Медали и кубки призерам и победителям соревнований вручал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Более полугода назад гимнастки специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» остались без тренировочной базы, ремонт в которой родители проводили за свои средства. Новым домом художественной гимнастики в Одессе стал спорткомплекс «Университет». Здесь девочки тренируются и участвуют в крупных турнирах. Вообще художественная гимнастика – это все-таки искусство, как мне представляется. Вы знаете, я очень рад, что все основные международные, областные соревнования, всеукраинские, проводятся именно на базе Международного гуманитарного университета. Я думаю, что мы не должны быть равнодушны вот к нашим детям, которые занимаются и художественной гимнастикой, занимаются легкой атлетикой, занимаются другими видами спорта. Это прославляет наш город, нашу страну. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он разрешил провести турнир именно в этом спорткомплексе, потому что это очень удобно, во-первых, для приезжих команд со всей Украины, так как море через дорогу, а в основном люди за этим и едут в Одессу. Также очень комфортно, большой зал, высокие потолки, это все, что нужно для художественной гимнастики. После перехода в новый, более комфортный зал мастерство гимнасток значительно повысилось. Программы стали сложнее, и этот зал очень теплый, что позволяет работать долго и гонять прогоны. Очень сложные еще стали риски мастерства, но надо работать.